Аллея героев деревни Горки создана в 2019 году. Здесь, рядом с памятником первого председателя колхоза имени Владимира Ильича Ивана Буянова, установлены стенды с портретами земляков, героев Советского Союза и социалистического труда. А 9 декабря состоялось торжественное открытие еще одной мемориальной доски, посвященной Эдуарду Кадырову. Наш земляк, житель деревни Горки, Эдуард Рагимович Кадыров, погиб, исполняя свой долг по сохранению единства, целостности нашей страны. Он погиб во время служебной командировки в Чеченской республике. Он служил в милиции. Это очень важно для сохранения памяти потомков. Увековечить имя Эдуарда Кадырова и установить здесь на Аллее Героев памятную доску, потому что Эдуард Рагимович награжден орденом мужества посмертно. На мероприятие были приглашены местные жители и представители администрации Ленинского городского округа. Очень важно, чтобы мы вспоминали о подвиге, вспоминали о человеке, который отдал свою жизнь, выполняя служебный долг не только в такие дни, в такие минуты, но и каждый день, чтобы память о подвигах, об этом человеке жила в наших сердцах всегда. В своем выступлении начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту отметил, что жизнь Эдуарда Кадырова – пример для будущих поколений. Яркий образец беззаветной любви к родине, силы духа и несгибаемой воли. Сегодня здесь поколение, мы все одного почти возраста. Но нам бы сюда почаще приводить детей, на эту аллею. Пускай они смотрят, пускай они вникают, пускай они воспитываются на вот таких примерах. После минуты молчания участники митинга возложили цветы к мемориальному стенду. Также в честь праздника почтили память дважды героя социалистического труда Ивана Буянова. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.